Я его взял вот так и отвел за дома, он ее кинул, она, ну, я услышал хлопок. 100 грамм вбил, вот, меня жена, это, я постоянный волонтер с Майдана начинаю. Вот, меня забили, я не пойму, зачем меня забили и кто забил, и что произошло. Тут граната взорвалась или нет? Честно, не слышал и не помню. Я вот только в себя пришел. Выездом на место происшествия сотрудниками Кременчугского отдела полиции было установлено, что между группой людей в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которой 49-летний житель города Кременчуга применил боевую гранату марки F1. Впоследствии он был задержан военнослужащим Национальной гвардии. Также при нем была обнаружена и изъята также еще одна граната марки F1.